Хорошо. И сейчас я активирую в нашем биополе печать семи архангелов. 1, 2, 3. Когда ты сказал про печать семи архангелов, она прямо над тобой и надо мной появилась. От нее свет наверх пошел. Нам надо варго подняться. Сейчас? Можно и сейчас. Хорошо. Напитаться энергиями. Хорошо. Мы делаем... На запрос делать или можно подниматься? Нет, запрос. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Ханиила выйти со мной на связь. На связи. Приветствую, дорогой Архангел Ханиил. Можем мы подняться в Арго сейчас? Можете, мало того, я вас приглашаю. Благодарю, дорогой Архангел Ханиил. И Верочка, на счет 3. Поднимаемся. В Аргу. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Такой светлый канал сделал нам, как золотой. Мы поднимаемся по ним. Мы на месте. Мы приветствуем это место. Мы приветствуем дорогого Архангела Ханиила. Приветствую вас, как твой учитель, я не мог не вмешаться, когда вижу твой упадок, ши и опустошение. Иногда осознанность приходит через упадок. Просто это нужно понимать. Я хочу, чтобы вы напитались энергией Арго и заполнили пустоту внутри радостной и чистой энергией. А потом мы сможем поговорить. Хорошо, Верочка. Давай. И на счет 3 полетели. Описывай, что ты видишь. Ну, мы опять летим в том же месте. Возле этого большого здания. Храма. Купол закрыт? Купол закрыт. Мы сейчас спустились, и где лестницы, там сидят, не знаю, архангелы, ангелы, кто они. Мы приветствуем их. Не просто помахали нам, они разговаривают между собой. И мы им помашем. Здесь везде эта энергия Арго, как роса, насквозь нас проходит. Я чувствую, как у меня крылья, как я дышу, так и крылья поднимаются и опускаются. Ты еще пошел летать, а я здесь осталась. Внизу. Хорошо. Часто вернулся ко мне, говоришь, что ты получил, что тебе нужно. Хорошо. Возвращаем. Тебе пришел ответ какой-то. Может, ему пришел. Мне пока еще не пришел. Если он озвучит, тогда и я пойму. Будем подниматься наверх? Да. И возвращаемся в наше место. Это как большой балкон, веранда. Я хотел сказать веранда. Я не был уверен, балкон или веранда. Ну, как балкон, только он такой широкий, вперед выдается место, где можно. Да, я вижу. Шикарные панорамы. Да. Архангел Ханиил говорит, теперь ты понял свой урок. Я понял. Он не тебя спрашивает, тонкую копию. Он говорит, да, я понял, что за любой урок нужно благодарить. Благодарность — это великая сила. Просто ее нужно запускать внутрь. Тогда от этого идет улыбка и радость, а не пустота и опустошение. А вот тебе Архангел Ханиил еще говорит, как твой учитель, я доволен твоим процессом. Вопрос, я ли доволен? Это и есть осознанность.
процесс именно так и происходит, как встряска. Когда он сядет в голове, твой уровень осознанности повысится. Да, этот процесс связан, конечно, с эмоциональными чувствами. И пока идет какой-то процесс осознания, я так чувствую, но еще он не закончился. Так он и происходит. С тобой все будет в порядке. Ты переходишь определенный этап своей осознанности. Твоя тонкая копия радуется. Дойдет это и до тебя. Благодарю, дорогой учитель. И я благодарю за то, что ты нашел время подняться на наш уровень. И хочу добавить, наполняясь энергией арго, это напрямую связано со школой. Вы обновляете энергии школы и как будто еще раз, раз за разом открываете дверь. Значит, нам надо будет регулярно сейчас себя этими энергиями заправлять, чтобы мы излучали эти энергии, я так понимаю? Раз в месяц вам нужно открывать двери в школы. Хорошо, понятно. Оттуда идут энергии арго. Вам хватает это в комнате диагностики. Все по понятно. Желанию вы можете подниматься сюда и питаться этими энергиями. Благодарю за эту информацию, дорогой учитель. Связь не прерывается. Вы можете идти. Легче стало. Посылаем нашу любовь арго. И на счет три отключаемся и возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Он сказал, что арго теперь с вами связано. Оно у вас. Оно внутри вас. Благодарю. Мы на месте. Хорошо, Верочка, давай сейчас откроем двери школы Арго 1, 2, 3. Открывается в нашей комнате, и энергия Арго заполняет эту комнату. Вся энергия обновляется. Пошел поток. Смотри, поток пошел от нас напротив, к стене. Помнишь, я говорила, там вход как да, школы. Да, двери. И вот оттуда пошел поток навстречу. И начнется комната, наполнена энергией арго, и у нас стоит куратор школы. Константин? Да. Мы приветствуем дорогого нашего куратора Константина. Рады его видеть у нас. И я приветствую вас. Теперь у вас есть ключ к школе. Вы знаете, как открывать двери. И я рад. Процесс обновляется и идет вперед. Двери школы открыты. Ждем новых студентов. Ждем новых студентов, дорогой куратор Константин. Мы действительно сейчас начинаем. Вот месяц остался. Сейчас начинается. Надеемся, те, кто должны нас услышать, те нас услышат. Мы ждем. Придут разные. Процесс обучения не прекращается. Конечно. Так и для них. Да. Не смею больше отвлекать. Есть у всех своя, есть своя работа. Благодарю, и я вам желаю всего наилучшего, дорогой куратор Константин. До скорых встреч. Хорошо, Верочка. Мы здесь закончили? Да. Можем начинать работать или сейчас? Да. Хорошо.